Всем привет! Вы на канале Plox Gameplay. И сегодня мы будем играть в игрульку под названием Outlaster. Итак, куда нам? Ага, вот сюда. Короче, честно, сам суть игры не сильно понял. Напомню, что будет там. Кемпинг, всякие задания. Так, суть я не понял, потому что я первый раз в эту игру играю. Итак. Мы сейчас начнем ее. Итак. Телепортируй. Ну вот видите, Outlaster. Так, ник. Узернейм. Ладно. Так вот. Тум-тум-тум. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Скоро начнем играть. И, ребята, если вам понравится эта игрулька, мое видео понравится, то я ставлю ссылку в описании на эту игрулю. И, кстати, ребята, кто из этого канала не знает, у меня есть канал Rock Games. Я там тоже снимаю видосики, это про всякие игры. А вот именно Roblox здесь, потому что мне нравится Roblox, и решил этот канал тоже создать. И вот так вот. Тому и на моем втором канале я вот не снимал долго видео. Я как бы взял себе очень, так сказать, выходной большой. Ну, как сказать, большой у меня. И школа тоже. Из-за этого вот так вот случилось. Ну, то есть, я вот стараюсь как могу снимать. Но больше все-таки уделяю этому каналу, где я снимаю Roblox. Так что вот так вот. Ну вот так вот. Ой. А вам кажется, вам вы видите? Вы видели только что там у этой девочки какой-то одна нога была? Интересно. Ребят, знаете что? Я последний. Ну, не повезло. Ну, ничего. Это не главное. Меня ж не выгонят. Уже. Так. И вот я уже думаю, что на моем втором канале, где Rock Games, начну снимать видосик уже где-то завтра. Ну, как получится. Ну, не, я не обещаю, конечно, но ну, на 75% точно. На 25% не очень. Итак, какой-то паркур у нас. Угу. Так, нам, а, это весь на парку надо пройти. Угу. Так, ну вроде, о, все, вот, все скоро начнем. Так, давайте вперед, ну, о, а, блин, а я-то думал, понятно, ничего, бежим, да.
Давайте бежим, бежим. Ай, ай. Что такое? О, нормально. Так, что такое? О, нормально. Оп. Оп. Опа. Сейчас будем. Оп. Оп. Ой-ой-ой-ой. Давай от первого лица. Что такое? Ой. Что такое? Блин, я не прошли, капец. Надо еще на время пройти, но, блин, это сложненько тоже немножко. Но мне не пугают сложности. Давай, 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 давай. Ты сможешь? Давай. Проходи, ну. Давай. Давай, ты сможешь. Мы верим в тебя. Давай, 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 давай. Ну. Так. А, блин. 0-1-2, мы пока там проигрываем. Так, так, так. Что ж? Так, кто же следующий будет, интересно? А, я? Я? Наверное, у меня значок видите себе. Я обход следующий. Короче, в паркурах иногда нужно, иногда с первого лица помогает. Или с третьего. Так, 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 так. Оп, 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 оп. От первого лица. Я же умею от первого лица. Я же профессионал. Оп. 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 Чёрт, нет. Ай-яй-яй-яй-яй. О, нет! Я не хочу проиграть. Ну. Рук. Ну. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Капец. Ну ладно, ничего страшного. Я первый раз играю. Пока что не профессионал, но. Хотя буду нормальным игроком пока что. Так, 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 так. Молодец, молодец, молодец. Вот она прошла. Это хорошо, это хорошо. Так, 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 так. Кстати, у меня метла горит. Ой, метла. Ай, метла, у меня метла горит. У меня метла горит. Так. Я уже вначале заметил, но не придавал значения. Она тут так говорит. Интересно, слушай. О, магазинчик. Ух ты, нифига себе. Да-да-да. Ого. Какой классный. Ну-ка. Интересно. О! А, блин, это випку надо. Короче, надо випку, чтобы получить бесплатно вещь. О, ачивку тоже какую-то получила. Интересно. Итак. Ребятки. Посидим и подождем, когда же наконец-то начнем. Итак, мы наконец-то дождались. Смотрите, я в этой коробке, смотрите, что нашел. Молот, лопату и уточка. Бум, бум, копать. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ту-ту-ту-ту-ту. Давай копаем здесь. Тун-тун-тун-тун. Короче, работаем. И кувалдой сейчас. Нет, это молоточек просто. Это не кувалда. Кувалда бы гигантская была. Итак, мы начали. Или начнем. Так, еще раз возьмем. Можно еще раз, да? Все. Я совсем могу. Как со всей силой просто. Итак. Так.
Так, посмотрим, что у нас будет. Итак, мы сейчас поход начнем. А что делать надо? Ладно, попытаюсь разобраться, что делать. Или за другими последи. Как-то реально интересно, что нам горячую метлу. Зачем нам горячую метлу? Я не знаю. Горячую метлу. Complete for adventures. Давайте начнем. Нажали. И что же эта кнопка дала нам? Какую возможность? О! Что за цвета такие? Есть у меня предположение. Предположение такое, что здесь, наверное, загорится тот свет. Оп. Я понял. Че это мы тут танцуем? Танцуем типа танец быстрого ездования. Как интересно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зафейлился, капец. Опа, успеваю даже. Даже умудряюсь успевать. Оп. Умудряюсь. Так, оп. Вообще в самом конце. Оп. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блин. Ничего. Оп. Блин, уже сложнее с маленькими стало. Оп. И оп. И оп. 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 Ой-ой-ой-ой-ой, капец. Ой, какие ой, блин. Я даже не попадаю. Оп. Оп. Ого, это я умудрился, конечно. Оп. Я понял, блин. Кажется, все меньше и меньше. Я не знаю, как мы будем дальше. Ой. Ух, не знаю, как мы будем дальше. Ой. Блин, я не знаю, как... Ой, нифига себе, какой маленький, это вообще возможно? Это изи. Да так. Ого, вот это умудряюсь сделать, конечно. Ну, это слишком сложно. Ой, капец просто. Только не говорите, я не хочу, блин. Еще на самый последний. Нифига, какой маленький. Это как вы хотите, чтобы я прошел? Давай. О, отлично. Смог. О. Блин, это настолько сложно, что я не знаю. Я даже в эти попасть не могу. Ай. Ой. Ой. О. Нет. Ага, все. Я упал, блин. Капец, я не прошел испытание. Ой, ку-ку, а где я? Я что, проиграл? А? Воу. Проиграл, но не окончательно. А, деньги? Деньги дают те, кто прошли. Ну, блин, согласитесь, слишком сложно. Ух, вот это я трудился. Поставь лайк за мой труд, который пытался сделать. О, все, закончилось. Итак, что же будет дальше? Ух ты, что это такое? Факел еще. Ух, прям мурашки немножко идут. Так, мы садимся.
Так, интересно, ну что же мы делать будем? Так. Так, что же здесь делать будем? Есть предположение, что мы, наверное, голосовать что ли будем. Хотя я не уверен. Ну-ка. Что-то не похоже, чтобы голосовали таким образом. 850 баксов на кону у меня. То есть на счету. Куда это они ушли, девчонки? Куда вы все? Ого. Куда мы идем? Куда мы пойдем, интересно? А я когда пойду? Представляете, я опять последняя. Вот сейчас я выйду, да? Ну да, блин. Вот это мне не повезло, конечно. Я опять последняя. Блин, не знаю за кого. А, давай. За вот этого пацана. Мы так особо не договаривались по чату. Там непонятно за кого. Так. Итак, самое волнительное, кого же выгонят? Ого! Вы посмотрите, какой этот неплохой. Мэл! Кто это посмел? Нуп! Кто это посмел реально за меня тоже проголосовать? Надеюсь, не будет такой голос за меня. О! Второй взломал. Походу я знаю, кто вылетит сегодня из студии. Мэл! Ну да, я за него тут тоже голосовал. Не знаю почему, но захотелось. О, еще один оказывается. Ну-ка, прочитайте. Вот это да! 4 голоса, это капец. Я просто не понимаю, с каким шансом просто. О, факел. И куда они идут? А, метлу тут, да? И что с метлой? А, понятно. Затушил метлу, значит, ушел из игры. Понятно. Вот теперь зачем? Вот зачем нам нужны эти метлы. Горячие наши метлы. Ну, теперь мне ясно стало. Итак, день третий. Не знаю, зачем нам инструменты эти выдают, хотя с ним почти нечего делать, только поиспользовать и все. О, что сделать будем? О, это опять паркур. Это паркур нам похож опять. О, нет. Ого. Ящик. Ящик, ящик. Что в этом ящике? Jet started. Что-то не понял. Что у нас, фрукты? Фрукты выпадать будут. Что-то с молотком говорили про молотка. О, могу пальчиком потрогать. Взять не могу. Оп. Не понял. О. Оп. Так, ух ты, молоток у нас. Сейчас разобьем. Опа. Разбивайся. А нам сколько разбивать?
Не понял. А сколько нам надо забивать? Скажите мне. О, наконец-то. Сколько? Селедка. Берем эту селедочку. Цветок и ракушку. Цветок и ракушку. Ну, ставься. Ставься. Ага. О, поставилась наконец-то. Вперед. О, цветочек. Нам как раз, мне как раз нужен цветочек. Ну-ка, берем. Вот просто восхитительно. Еще и ракушка никому не нужна будет. Это вообще... Блин. Ага. Походу у нас есть конкуренты. Кому, блин, ракушку надо? Так. Давайте лучше разбивать. На. О, ракушка. Я беру. Ура. Что? Нет. Не надо. Нет. Да за что? Я же почти забрал. Ну, посмотрите, блин, капец. К сожалению, я проигрываю, походу, этот раунд. И вообще все проигрываю. Ой-ой-ой-ой. А, нельзя так. Оп, вот так можно. Так. Тук-т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 ук. О, можно поворачивать. Джетмол. Понятно. Знаете, что я хочу купить? Наверное, вот этот танец. Я думаю, хорошо. Да, это что? А что такое? Нифига себе. Ой. Так. И что, я вылетаю? А, не вылетаю. Опять 100 баксов за выполнение, а я не выполнил. А, мне все равно удали, слушай. Это всем, я понял. Я ошибся с 100 баксов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У тебя страшно, как-то я с двумя. Я даже писать не буду, потому что если напишу, например, то сразу на меня. Мне голос давать. Я, знаете, за кого? Раньше же тоже хотели за нуба. Знаете, за кого? Я, наверное, за нуба. Ну, так написано. Нуб. Я, наверное, за нуба, наверное. Даже раньше тоже хотели выкинуть. Но был один голос. Это, значит, очень маленький шанс. Лемон? Лемон? Блин, я не знаю. Это за лимон хочет, чтобы я голосовал. А я за нуба хочу. О, финалист. О, у нас тут какой-то финальный. Ну-ка. Лимон. Не ори на лимон. Я еще подумаю. Может, вообще за нуба хочу. Ну, нуб же послушает эту девочку, и мы выкинем лимона. Ну-ка. Не понял. А мы даже не голосовали, вообще-то. Лимон. А, тут даже не написано. Лимон. Она выходит или как? Я думаю, еще не выходит. Еще же будут? Нет? Ну-ка, можно встать? А то болит как-то сидеть на этих вазах. Не хочу на вазах сидеть. Ой, ай. Болит это сильно. Фул люси. Так. Ну, хотя бы тепло. Ай, хорошо. В огне сгораем. О, да, что вы хотели сказать мне? Что меня звали? Лимон?
Osuna Most Adventures. О, кстати. О, пое. О, слушайте, а мы тут на равных с нубом. Ну, нуб, я тебя обгоню. А лимон просто... Нет. Чё? Чё, а вот так, оказывается, надо было набирать. Конкратс. Ой, ладно, чё. Конкратс. Поздравляю. О, можно наконец встать, а то болит очень сидеть. Ой, давайте отвернемся. Так. Так, здрасте. Да, я поздравляю Лимона. Поздравляю, ты победила. Да. Поздравляю, ты. Она молодец. Молодец, как соленый огурец. Итак. Опа. Ой. Вау. Где это мы попали? Погоди, это еще не конец. Мы куда-то еще попали. Вау. Офигительно. Что это такое? Магазин. Авалайт. А купить не я? Тут столько вещей интересных. Джетмол. И зачем? Это уточка. Какая уточка интересная. Я не знаю, зачем. Уточка, конечно. Я вот это реально не понимаю. И молот. Ладно. А мы заканчиваем. Если вам понравился видосик, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Росли Мэтт на канале Блокс Геймплей. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.